В зале районного дома культуры имени Ленинского комсомола собралось немало народу. В основном это представительницы прекрасного пола, которые съехались со всего Искитимского района. Праздничный концерт сегодня в их честь. Всем женщинам можно пожелать одного только – здоровья, счастья, любви. И чтобы у них все желания исполнялись, чтобы они улыбались почаще. Женщина, она ведь создана для счастья, для любви, для радости, для детей. Поэтому хотелось бы, чтобы наши женщины были счастливы, любимы всегда, чтобы их уважали, ценили и гордились ими. Восьмое марта давно уже стал чем-то большим, чем просто женский день. Это удивительный праздник весны, когда мужчины дарят своим любимым цветы и говорят много ласковых, нежных слов.